В Днепропетровске стартовал фестиваль-конкурс на высшую театральную награду «Приднепровье» «Сечеславна-2016». До 25 апреля театры Днепропетровска и Запорожской областей будут соревноваться за звание лучшего. Всего подготовлено 32 премьерных спектакля. В репертуаре участников – сказки, комедии, драмы, розыгрыши и даже игра в солдатики и шопениана. В первую очередь будут оцениваться актуальность материала, интересное оформление и актерское мастерство. Поддержать любимых актеров и режиссеров приглашаются все жители и гости Днепропетровска. Спектакли будут проходить ежедневно. Жюри фестиваля – ведущие искусствоведы Украины. Торжественная церемония награждения победителей состоится 16 мая в областном академическом молодежном театре.